Здравия желаю, дамы и господа, в данном топовом видеоматериале я приобрету себе дешевых и красивых скинов на все оружие в CSGO. В начале видеоматериала будет закуп, после чего обзор скинов уже в игре и, естественно, кайфовые каточки в соревновательном режиме. Если что, я разделил видео по таймингам. Закуп скинов, обзор скинов, катка 1, катка 2 и катка 3. Это так, чисто для удобства. Ну короче, закидывайте смачный лайк, оформляйте балдежную подписочку, а теперь приятного вам и кайфового просмотра. Let's go, bro! Так, самый дешевый 5 рублей 94 копейки. Окей. Теперь желательно найти скин, чтобы на нем были наклейки. Опа, хороший вариант. Покупаем, принимаем, сразу забираем, просто не думая. Тупо урвал себе пистолетик и 3 наклеечки. Хорошо, идем дальше. 3 рубля 81 копейку. По-моему, это круто. По-моему, я просто покупаю. Готово. Сувенирный P250 безводье также идет ко мне в инвентарь. За 1 рубль 38 копеек. Сувенирный P2000 камуфляж пантеры. Ну что это за черная цаца? Пожалуй, он тоже ко мне в инвентарь залетает чисто с кайфом. И всего лишь за 7 рублей 93 копейки. Итак, еле-еле нашел себе 5-7 с двумя наклейками всего лишь за 8 рублей. Покупаю. Тег-9 с плюс-минус подходящей на него наклейкой всего лишь за 8 рублей 16 копеек. Решил даже ЦЗ-шечку приобрести за 3 рубля 50 копеек, почему бы и нет. Дезерт-игл сразу же с какой-то прикольной наклеечкой забираю. Сувенирный МП-9 старые корни тоже забираю. МП-7 жертва также сувенирный, покупаем. Чекайте, что нашел. Полностью в наклейках. Естественно, я его тоже покупаю. Нормального юмпа дешевого, кроме сувенирного, не встретил, так что покупаю сувенирный. Буйная растительность, ну не совсем уж ужасный. Сувенирный пойдет. Приобретаю. Нашел себе прикольного бизона. 4 одинаковых наклейки. Блин, мне кажется, это прикольно. Покупаю. Ой, какая ля-ля, я балдею. Забираю. Неплохой голубенький дробовичок. И неплохая голубенькая наклейка на этот дробовичок. Забираю. Максим, вид имеет. Сувенирный, все как мы любим, чисто закупаемся. Ля, смотрите какой. Цветочечки там какие-то. Покупаю по-любому. На 26-й странице нашел себе негев полностью в наклейках и просто забираю моментально. Я минут 5 искал себе нормальный М249 с желтыми наклеечками и тупо 3 подряд одинаковых попались. Класс. 70-я страница. Я нашел себе ФАМАС с какой-то акулой. Думаю, куплю себе вот такие вот 3 наклеечки для ФАМАСика. Готово. Галиль Вандал. Сейчас я для него еще и наклеечек куплю. 4 наклеечки для Галиля. Забираю себе, короче, М4А4 пиксельный камуфляж. И сейчас пойду закуплю себе наклеек. 4 наклеечки для Эмочки. Ну, короче, вот еще одно предложение. Думаю, заберу. Урвал себе АУК янтарный градиент. Вот с такими вот наклеечками. Халява, ёпарысоте. Думаю, чисто с кайфом СГшечку так сувенирную себе взять. Сувенирная муха, жертва, 4 наклейки. Покупаю. Самый дорогой скин у меня в инвентаре это будет АВП Гадюка. 4 наклейки тут имеется, 35 рублей просто заберу и все. Покупаю себе скар за 5 рублей и куплю себе сейчас на него наклеек желтеньких. Так, ну что, 4 наклеечки для скара. Вот такие вот. Покупаю плетку оранжевые осколки. И также для нее сейчас куплю наклейки. Вот такие 4 наклейки я приобрел для плеточки. О май гарбл, дамы и господа. 49 предметов в инвентаре. Ёпарасоте. Ну все, я кликаю. Так, ну что, полистаю, получается. Ля какая. Сейчас я на нее наклеечек насажу. И на эту сейчас наклеечек насажу. Ля какой АВПшич. Муха, ну нормально. Тоже нормально. Ух ты, пух ты, нифига себе. Калаш, конечно, стремноватый, ну ладно. М4, Галильчик. Ну, я его тоже сейчас буду наклеечками заклеивать. Ля, какой прикольно. О, а вот это уже другой разговор. Нифига себе, какой жесткий. Тоже неплохо. Балдеж. Имба. Короче, топ-контент. Ё-моё. Конкретно балдежный. Балдеж. Ну, пойдет. О, нормально. Ну, такое. О, прикольно. Ля, какая цаца. Ух ты, пух ты. Зверюга какая, нифига себе. Ля, какая. Неплохо, неплохо. Ну, нормально. Ну, это, конечно, так себе, ну ладно, пойдет. Хорошо, хорошо. Она уходит, это уход. А если так, а если вот так? Опа, опа, опа. Ой, нифига себе, залетело хорошо так. Чпоньк, let's go. Скин, конечно, стоит 1 рубль, но вы просто посмотрите, как он бомбово выглядит. Ёпарысоте, я просто балдею, вау. Вот такой вот фомасик. И вот такие вот береты. А я неплох, я реально лох. Не, ну это реально, да. Ну что там, кто-нибудь есть? Да, есть. Получи по шапочке, ё-моё. Не знаю, как вам, но мне кажется, моя шерповая эмочка вид бешеный имеет, ё-моё. Тупо в спину залетаю. А, еще и не я его убил, спасибо большое. Ля, какой. Хм, интересно, интересно.
Нормально, я так дым бросил. Чё-то я в этом раунде ни одного выстрела даже не сделал. А я не плох. Я реально лох. Дубль номер два. Крадемся. Ага. Не получилось с плеткой, надеюсь, получится с АВП. Ну-ка. Опа, там кто-то есть. Так, мой выход, подождите, отойдите. Ну-ка. На нафиг, до свидания. Ой, неужели кого-то убил, ёпарасатая. Если не ошибаюсь, идут лонг. Ой, это что было сейчас? Нифига себе, плюху отвесил. Ну-ка, куда это мы прыгаем? Допрыгался. Опа. Прыжок. Ну-ка, там на шорте где-нибудь есть? Не, уже никого нет. Так, последний чел остался. Подкрадываюсь, подбираюсь. Так, давайте-ка... Ноускопчик ему выдадим нафиг. Да-да, это моя банда. Вот, кстати, зацените Диггл. Не, ну я реально попадатор. Ауг. Был ауг, да всплыл ауг. Петушиная атака получается. Сейчас я в тёмочку-то залечу. Оп, залетел. Не пропускают гады. Ну ничего, я подожду. Кажется, мой выход. Дождался. Ой-ой-ой-ой, кто-то идет. Подождите. Ну все, до свидания, ё-моё, куда ты лезешь нафиг? Так, ну чё, думаю, третьего тоже заберу, да? Изи. У-ля-ля. Один остался, понятно. О, до свидания. Ой. Да, я имба. Последний чел остался. Нифига себе, чё я цепанул. Чё-то никого. Ой-ой-ой, извините. Хоп, полетели. Опа. Капец, у меня АВП в руках была и куда-то исчезла. Капец, я ее куда-то выкинул. Ё-моё, а где она? Подождите. Ну-ка, подождите. Ага, вот она. Ну, что я могу сказать, всякое бывает. Ага, кто это у нас тут? Шастает, блин. Ой, подождите-ка. Сейчас я ему отвешу. Плюшечку нафиг. 14 киллов, не густо, однако. ЦЗшечка. Туц. Опа, бежит молодой. Бежит. Ой, что-то я промазываю как-то, непонятно. Так, стоп, подожди, не-не-не-не-не. Так дела не делают. Получи по башке, ёпарасте. Глядите, какой АК-47. Идет. Чё? Нормально он так выдал. Чел тупо 5 фрагов с дигла дал. Ну не тупо, конечно, на скеле, ну да ладно. В прошлый раз у меня с калашом не получилось отыграть. Но надеюсь, сейчас получится. Ого-го. Блин, не добил. Let's go. Ой, испугал, блин. Ну я, конечно, монстр. Реально монстр. Флешечку кидаю и залетаю. Минус 3, ебой. Ну неплохо же было, да? В прошлый раз плеточка не сработала, а может быть сейчас сработает, а? Так, подожди. До свидания. Идет фаршмак. Ой, нормально я так выдал. Катапультируемся. И крадемся аккуратненько вот сюда. Вот, опа, рыбку поймал, нормально. А в этот раз плетка реально сработала. Ну-ка, дайте гляну, что у нас тут. Ага, понял. Походу все, последний раунд. Ой, ты что так пугаешь, ё-моё. О, там еще один, подождите. Блин, он фрифайром вышел, спасибо большое. Чел с моим калашом идет забирать последний раунд. Балдёж. 24 килла, ёпарасоте, нормально. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So tell me, oh, will you believe? But that leaves me in
Так, я не понял. Видос-то уже закончился, а лайк не нажат и подписка не нажата. Стоп, подожди. Или нажат лайк и подписка нажата. Ну, короче, ты там проверяй, а я пошел.